Состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии. В соответствии с повесткой дня рассмотрены вопросы по созданию избирательных участков при дипломатических и иных представительствах в зарубежных странах и формированию экспертных групп по проверке правильности составления подписных листов, представленных политическими партиями. Согласно избирательному кодексу и положению о порядке организации избирательных участков при дипломатических и иных представительств Узбекистана в зарубежных странах, утвержденном постановлением Центральной избирательной комиссии, а также на основе представления МИД создаются избирательные участки при дипломатических и иных представительствах нашей республики в зарубежных государствах. В соответствии с этими требованиями на заседании ЦИК принято постановление о создании 56 подобных участков, а также о прикреплении их к 14-му Ташкентскому городскому избирательному округу. Наши соотечественники проживают или временно пребывают за рубежом в связи с работой, учебой, лечением, в связи с семейными и служебными обстоятельствами, и обеспечение их участия в выборах является одной из важнейших задач организаторов выборов в связи с подготовкой к предстоящим выборам президента Республики Узбекистан. На заседании ЦИК принято решение об образовании 56 избирательных участков в 39 зарубежных государствах при дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Узбекистан. И тем самым будет обеспечиваться реализация конституционных прав граждан Республики Узбекистан, временно находящихся или проживающих за рубежом. На Министерство иностранных дел Республики Узбекистан возлагаются такие ответственные задачи, как принятие всех необходимых мер для обеспечения деятельности избирательных участков за рубежом, своевременное оповещение наших сограждан за рубежом об образовании этих избирательных участков, порядке и сроках составления списков голосующих при этих участках, о дате и порядке досрочного голосования, о дате голосования и другие задачи. Также рассказали о формировании экспертных групп по проверке правильности составления подписных листов, представленных политическими партиями. В их состав вошли 36 криминалистов, экспертов-почерковедов, а также представители вузов, ННО, сходов граждан Махалей. В функции экспертных групп будут входить такие задачи, как отбор подписных листов, представленных политическими партиями, проверка полностью всех отобранных подписных листов, в случае необходимости осуществление проверки с помощью специальных технических средств, а также осуществление взаимодействия с полномочными представителями политических партий, которые будут присутствовать в ходе проверки. В процессе проверки подписных листов принимают участие и уполномоченные представители партий. Достоверность представленных партиями подписных листов проверяется Центральной избирательной комиссией в течение 4 дней.